Башнефть в лице Башнефть Азии вышла на топливный рынок Казахстана. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на вице-президента компании по региональным продажам Кирилла Костерина. Он уточнил, что в Казахстане развернется мелкооптовая продажа бензина марок АИ-92, 95 и 98, а также дизельного топлива с нефтеперерабатывающего комплекса в Уфе. Компания Башнефть Азия была зарегистрирована в середине июня этого года. В настоящий момент она реализует топливо в городах Петропавловск, Павловск и Кустанай. В ближайших планах выйти на рынок в Астане, Алма-Ате, Актюбинске. Кроме этого, компания разрабатывает программу поставки дизтоплива сельхозтоваропроизводителям Казахстана на 2017 год.